что люди спешат на поезда, самолеты, автобусы. Да, я хотел просто сказать большое спасибо всем, кто организовывал этот турнир, Федерации шахмат, Комитету по спорту города Алматы, судейской коллегии, всем волонтерам, всем тренерам, участникам за отличную игру. Мне кажется, это был очень интересный и яркий чемпионат по количеству красивых партий, интересной борьбы. Не было аутсайдеров, лидеры были, они менялись. И ну, для меня это, конечно, победа очень дорогая, потому что она неожиданная. Бульмира правильно сказала, я сам не ожидал. Но я неплохо подготовился, как выяснилось. Вот. Но до последнего мгновения это было еще не ясно. Поэтому всем спасибо. И, конечно, спасибо всем тем людям, кто меня поддерживал. Таких людей было достаточно много, честно скажу. И желаю всем удачи, больших спортивных и творческих побед. И всем здоровья. Спасибо.